В Красноярске скоро могут появиться экологически чистые автобусы. Все дело в небольшом устройстве. Его изобрел красноярец Евгений Пащенко. Устройство представляет собой трубку с проводами, внутри которой находятся магниты. Автор уверяет, устройство не только в разы сокращает вредные выбросы в атмосферу, но и значительно, до 30%, экономит топливо. Рассчитано устройство как раз на самый грязный транспорт – КАМАЗы, автобусы, то есть на технику, работающую на дизельном топливе. Одна из экспертиз показала, что выбросы диоксида азота сократились три раза. Есть определенная трубка, через которую проходит топливо. Оно подвергается такой бомбардировке там магнитными электроимпульсовыми полями. Непонятно, не понимает, что происходит. Молекулярные связи рвутся. В результате уменьшается вязкость топлива, которая влияет на лучшую распыляемость. И за счет того, что там больше происходит сгорание самого топлива и меньше, естественно, попадает в выхлопную трубу. Вот. И за счет этого как раз вот экономия и экология. Стоит такое устройство 50-60 тысяч рублей и окупается за полгода. Чтобы проверить прибор, решили провести эксперимент. Сначала замерили уровень выхлопных газов у автобусов без устройства, а затем с ним. Количество вредных выбросов уменьшилось 10 раз. Посмотреть на устройство и оценить результаты теста приехал временно исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Толоконский. Недавно он подписал распоряжение о первоочередных задачах, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду на территории края. А выбросы от автомобильного транспорта составляют 40% от всех загрязнений. Я попросил сейчас руководителей транспортного комплекса Красноярска дать мне аналитическую записку, сколько надо оснастить автобусов, какие созданы промышленные мощности, какая тоже там вместе с автором изобретения посмотрели, какая должна быть эффективная цена, потому что одно дело, мне сейчас называют цену, когда они делали вручную там на коленке там десяток приборов, или мы закажем сразу 1000.